Толстяк, отставить! Ты это мне говоришь? Мне ты это ему сказал! Отставить, я сказал! Хватит, кончай комедию! Вот, вот публике ты совсем не нравишься. Я просто хотел посмотреть, он там живой. Продолжайте, пожалуйста. Окей. Ладно, король. Собственно... Понятно. Дайте секундочку. Понятно. Король. Руку расправь. Король. Расправь. Король. Замри. Король. Теперь слушай меня сюда. Король. Если вдруг ты будешь мне еще раз мешать, то мне придется что-то с этим сделать. Ты меня понял? Ты понял, я король, хватит! Продолжайте. Откровенно говоря, я... Я потерял мысль. Я очень огорчен. А знаете, я, кажется, припоминаю. Вы же совершаете ошибку свойственную всей молодежи. Вы просто не допускаете на себя мысль, что вас и ваши скрытые побуждения могут понять. А взаимопонимание — это важная штука, вы его недооцениваете. Итак, я предлагаю вам со всей серьезностью следующее. Вы нас отпускаете, разрешаете отвезти раненого в больницу, а мы... Не заявляем о вас в полицию! Что?